здравствуйте, дорогие друзья! Это было замечательно! Это был вечер, я не побоюсь этого слова, нового века! Денис, как ты думаешь? Скажи, пожалуйста! Знаете, ребят, я удивлен вот этому человеку, который благодаря своим амбициям, ведь это его идея, так-то если уж, который предложил хоть и с некоторым опозданием, но все-таки предложил это провести мероприятие, и мы это сделали, брат. А в следующем году, ребят, мы сделаем немножечко круче, и мы будем готовиться весь год. Я приглашаю тебя в нашу воронку прямо интегрироваться плотно, брат, вместе со своей компанией. Отлично. Я считаю, что Денис делает невероятное дело для российского предпринимательского сообщества, которое в ближайшее время, как музыка, играющая у меня за спиной, завальсирует по глобальным рынкам, и она создает весь мир. А музыка за спиной играет — это Богдан Ситомир, наша приглашенная звезда, который спел замечательные свои песни. Не буду я петь их вслух, но вы увидите потом на записи. А мы, друзья, вам рекомендуем, если вы корпорация и смотрите сейчас нас, работайте с нами, вы получите для себя отличные кейсы в свои бизнес-процессы. Если вы сейчас инвесторы, пытаетесь инвестировать в какие-либо проекты, мы для вас создадим более 1000 проектов в год. Если вы организатор мероприятия, вместе с вами мы организуем эти мероприятия, мы закроем ваши косты, мы поделимся с вами нашей прибылью и 2/3 прибыли отдадим именно вам. Если вы вуз, то мы дадим рабочие места вашим студентам. Мы дадим до них путь развития и разовьем дорожную карту. Если вы стартап, приходите к нам, и вы будете счастливы, и вы получите здесь также первое место в следующем году, и мы разыграем большие призы. Спасибо большое. И вот как выглядит у нас. Кстати, иди сюда. Саймекс является тоже нашим основным партнером. Все видеозаписи, которые вы видели, это Саймекс и будет СБ Медиа. Предоставление всех видеоконтента. И это красавчик Дэн. Йоу-йоу-йоу! А еще большое спасибо оператору Максиму Ушакову, который творит все это чудо и постоянно следит за нами с этой замечательной камерой. Я бы его показал, но не знаю, как это сделать, правда. Ну, окей. Очень красивый парень. Замечательный. Да, красавчик. Мега-базар. Мы ждем вас в следующем году.